Уважаемые подписчики, зрители, рад вас приветствовать на канале Алкофан. Люблю я шашлыки, да и вы, наверное, тоже. Что скрывать? А особенно я люблю шашлыки, которые приготовлены с каким-то национальным колоритом, по каким-то национальным рецептам. И сегодня я решил приготовить шашлык португальский, называется он эштапета. Чем он меня подкупил? Это, во-первых, простота, во-вторых, оригинальность. Простота состоит его в том, что особого маринования не нужно для его приготовления. А оригинальность – то, что вместо шампура используются именно прутья лаврового куста, то есть эти ветки. Но в моих широтах не растет данный вид растения, лавровый лист, а то, что продается на рынках в виде веников лаврового листа, там такие маленькие веточки, что, я думаю, тяжело будет на них нанизывать мясо. Вот поэтому я сегодня буду жарить данный шашлык на шампурах самокрутов от нашего спонсора «Ленивый шашлычник». То есть шампурах, которые сами крутятся с помощью моторчика. Внизу под видео будет ссылочка на компанию «Ленивый шашлычник», на их продукцию как в Украине, так и в России. Ну а теперь по ингредиентам. Есть у меня мясо, 200 кг телятинки, молодой. Как утверждал продавец, должна быть мягкая и нежная. Но это мы проверим. Для, скажем так, почти маринования. Чеснок, 2-3 таких уверенных зубчика. Соль и молотый лавровый лист. Ну и плюс от меня немного масла. Для начала нужно приготовить пасту из молотого лаврового листа, соли и чеснока. Как говорил, от меня немножко масла, дабы специя лучше раскрылась. Паста пусть немного настоится, ну а мясо я нарезаю на небольшие кусочки. Мясо готово и нанизываем на шампуры. Мяско на шампурах. Далее я беру эту смесь и обмазываю мясо прямо на шампуре. Не сильно так обмазываю, ну главное, чтобы более-менее равномерно покрыть каждый кусочек мяса. Мясо уже готово, ну и, конечно, овощи. Аромат уже нагоняет аппетит. Далее разжигаем мангал и сразу на угли. Угольки покрылись пеплом, пора уже жарить. Включаем. Механизм работает и можно не париться, подгорит или не подгорит. С помощью самокрута можно получить просто супер равномерную прожарку. Я думаю, овощи уже готовы. Видно, мясо полный, well done. Снимаю и дегустация.
овощей, гриль, зелени и мясо жареного. Ну, класс! Друзья, перед тем, как начать дегустацию этого португальского шашлыка Эштапедо в моем исполнении с моими коррективами, минутка рекламы. Я данный шашлык жарил на шампурах-самокрутах и скажу вам так, что вещь очень годная. Почему? Потому что я не раз уже жарил, и когда приходят гости, дабы не париться, дабы не стоять возле мангала, я включил и пошел с гостями пить пиво. А шашлыки уже сами жарятся, сами крутятся. И главная фишка этих шампуров-самокрутов — это то, что когда шампур крутится, сок, который идет с мяса, он не капает на угли, а он обволакивает. И при этом шашлык получается максимально хорошо прожаренным и максимально сочным. Внизу под видео будет ссылочка на данную продукцию компании «Ленивый шашлычник» как в Украине, так и в России. Давайте приступим. Опа! Дымная водка. Опа! Шашлычок. Ну, аромат такой чесночный. Аромата именно такой коровки, теленка, именно, ну, нету. Чесночно-жареный такой аромат. Ну, друзья, ваше здоровье. Да, смотрите, реально меня продавец не обманул. Мясо очень мягкое. Скажу вам так, вот вкус данного продукта, шашлыка, он напоминает вкус холодца, которого зажарили на мангале, потому что есть вкус чеснока, лаврового листа, дыма. Блин, ну классно! Ну, получилось реально. Сделано оно все реально well done. Потому что моя семья любит, чтобы мясо было прожарено. Вот и я жарю не только для себя, но и для всей семьи. Вот и оно полностью пожарено, но при этом это копченый холодец жареный. Ну, круто. Друзья, вам спасибо за внимание. Ставьте лайки, делайте подписку на канал. Еще одна просьба. Если есть у вас рецепты интересного шашлыка, особенно кто меня смотрит из других стран, кроме Украины, которые знают рецепты шашлыка своей местности, своих стран, скажем так, с национальным колоритом. Друзья, внизу под видео будет ссылочка на мою почту. Жду ваших рецептов. Тот рецепт, который мне понравится, я его сделаю и, скажем так, прикреплю ваше имя в названии. Вам хороших шашлыков, хороших закусок, водок. До новых встреч!